Всем привет, дорогие друзья! С вами снова компания Avel. Сегодня у нас на обзоре наша вторая модель сканера отпечатка пальцев для электрозамка FP02AV. Ознакомиться с счетом нашей модели, а также методом ее установки и настройки вы сможете, перейдя по ссылке в описании. Знакомая проблема? Я думаю, что да. Каждый из нас когда-либо терял свои ключи или забывал их дома, и потом не мог попасть в нужное ему помещение. С данным устройством данная проблема больше не актуальна. Сканер отпечатка пальца является более современным, практичным и, самое главное, недорогим аналогом традиционных магнитных ключей и карт доступа. Данное устройство имеет возможность запоминания до 500 отпечатков пальцев, и потом вы сможете открывать дверь без использования каких-либо ключей. Ну что ж, давайте посмотрим, что там внутри. Сразу после открытия крышки мы видим инструкцию по установке и настройке данного устройства. Также установочный комплект. И, наконец, сам сканер отпечатков пальцев, который выглядит следующим образом. Сканер отпечатков пальцев оснащен пин-падом для настройки данного устройства, а также для возможности использования код доступа для открытия двери. И самой панелью сканера отпечатков пальцев. Данное устройство является устройством, предназначенным для внутреннего использования, то есть не имеет защиты от воды и пыли, и поэтому должно использоваться исключительно внутри какого-либо помещения. Как я уже говорил, устройство имеет возможность запоминания до 500 отпечатков пальцев или может использовать для открытия 4-6-значный пин-код. Ну что ж, давайте посмотрим на данное устройство в установленном виде и посмотрим на то, как оно работает. Поехали! Сканер отпечатков пальцев данной модели установлен на входной двери центрального офиса компании Avel. Для защиты от дождя мы разместили его под козырьком. Для первоначальной настройки данного устройства и добавления мастера отпечатков память, на пин-паде необходимо ввести код (1234567)(1) и дважды приложить к сканеру палец, который в дальнейшем будет использоваться в качестве мастер пальца. Далее дважды нажимаем на решетку, и первоначальный код доступа удаляется из памяти устройства, а для дальнейшей настройки используется мастер отпечаток. Возможно запоминание до 5 мастер отпечатков пальцев. Теперь для добавления отпечатков в память устройства перекладываем мастер отпечаток к сканеру и затем дважды перекладываем палец, который хотим внести в память устройства. После добавления всех необходимых пальцев нажимаем решетку для подтверждения. Теперь мы можем открыть дверь с помощью добавленного отпечатка. Для удаления отпечатка из памяти устройства прикладываем мастер-палец к сканеру, вводим (2) на пин-паде и однократно прикладываем палец, который хотим удалить. После этого подтверждаем действие, дважды нажав на решетку. Как вы видите, данный палец больше не открывает дверь. Для установки пин-кода прикладываем мастер-палец к сканеру и вводим число от 501 до 1000, обозначающее какого-либо сотрудника. Далее решетку и пин-код, который будет принадлежать данному сотруднику. Для подтверждения пин-кода дважды нажимаем на решетку. Теперь для открытия двери мы можем использовать установленный пин-код. Вводим 1234 и нажимаем решетку. Как вы видите, дверь прекрасно открылась. Это все, что я хотел вам рассказать о данном сканере. Спасибо, что посмотрели наш ролик. Оставляйте свои комментарии, мы обязательно на них ответим. Всего вам доброго!